Поехали. Всем привет. Мы продолжаем первый тур седьмой домовины. Сегодня у нас опять интересная тройка. У нас постоянный игрок Дима Еленский и два новичка Андрей Данченко и Алексей Морозов. Ознакомьтесь с темами, которые вас сегодня ждут. ЖД обыкновенная, инициальная. Первое слово на Ж, второе на Д. Остальные темы обыкновенные, пояснений вроде бы не требуется. Давайте Дмитрий начнет. Игроки выбирают сами. Тыкают мышкой. Выбирают. 26 ноября 1924 года 5-й ассамблеи Лиги наций была принята она прав ребенка. Алексей? Женевская декларация. Это Женевская декларация. На одном из сайтов продается он под названием «Красный шарик», а чехол предлагается в подарок. Он фигурирует в одном из самых известных произведений Стивена Кинга, а также на постере экранизации 2017 года. Желтый дождевик. Это желтый дождевик из «Оно». Этот индийский сериал 2014 года рассказывает о нелегкой судьбе Сарлы Ароры и ее дочерей. Смотреть не обязательно, можно все в вопросе взять. Сейчас, на только. Это женская роль. Алексей, продолжаем. В 1938 году в Днепропетровске родилась эта двукратная обладательница национальной премии «Ника» за лучшие женские роли второго плана. По свидетельству Рязанова, роль Елены Малаевой в «Гараже» была написана специально под нее. Любимая актриса была Рязанова или Ехиджакова. С 1796 по 1802 год город Днепр носил это название, которое нынче носит город-герой. Территория так тогда была Новороссии, город Новороссийск, соответственно. В 1971 году Днепр выиграл первую союзную футбольную лигу под руководством этого знаменитого тренера. Днепр тогда тренировал Лобановский. Поверил. В качестве гимна города до 2014 года использовалась песня «Днепропетровск, мой дом родной» этого певца, умершего в 2018. Андрей? Ну, пускай Кобзон. Да, это Кобзон. Именно этот писатель заверял, что редкая птица... Дима? Гоголь. 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 Готовность макарон, когда вы ощущаете упругость. Андрей? Альденте. Альдента. Можно сказать, что ею стал и Голиаф, и проигравший Дмитрий. Жертва Давида. Это жертва Давида, да. Двухэтажный особняк в Перу получил это название. Андрей. Желтый дом. Нет. Спроектировал его Эйфель, а конструкция была отлита в бельгийских цехах. Железный дом. Железный дом, да.
В испанском языке слово «паста» означает «тесто», а на сленге именно это, впрочем, как и в английском. Деньги. Чемпион Олимпийских игр в составе сборной России Артем Зуб родился в этом дальневосточном городе. Он играл за Хабаровский Амур и, соответственно, родился в Хабаровске. В 2014 году этот бразильский защитник, получивший прозвище «Манкунианский палач», перебрался из Лондона в Париж. В 2016 последовал в обратном направлении. Луис все-таки. Да. Сейчас он Арсенал убивает свой. До Лондона этот артист в составе труппы Кировского театра так и не доехал, будучи снятым с гастролей в Париже. Там же первый советский невозвращенец и скончался от СПИДа спустя 32 года. Эта зубная паста, производимая GlaxoSmithKline, предназначена для обладателя чувствительных зубов, что видно из названия. Сенсодин. Это Сенсодин, верно. Продолжаем. Музыка к песне «Люблю я макароны» была написана этим обладателем Оскара и Грэмми. Минарота. Во время проживания в Париже из-за неразделенной любви он дважды пытался покончить жизнь самоубийством, в том числе в Булонском лесу, а после 5 экспедиций в Африку дважды побывал в Лондоне. Матова ему отказывала, он дважды после каждого неудачного, а потом про озеро Чад поехал в Африку писать. «Фунты лиха в Париже и Лондоне» – биографическая повесть этого британца, ставшая первым его крупным произведением. Орвел. До соглашения 1884 года он проходил через Париж. Андрей? Нулевой меридиан Гринвичский. Да. Потом Гринвич переехал из Парижа. Так. Больные целиакией вынуждены ограничивать потребление макарон из-за содержания этого белка в них. Ой. Глютен, клейковина. Название этого вида пасты происходит от названия прочной нити. Спагетти. Да, от шпагата. Зубы, в основном служащие для первичной механической обработки пищи, называются «они», всего одной буквой отличаясь от рабочей профессии. Андрей? Маляры. Маляры. В законе Толлиона вместе с зубом упоминается оно. Андрей? Око. Око. В
для скрепления, например, канапе, вам понадобится она. Андрей. Зубочистка. Зубочистка. После первого раунда Андрей всего на 100 очков вырвался вперед. Впереди вас ждет второй раунд. Тут я немножко дам пояснение по темам. Так, ЧР, это та же самая матрица, как только что была ЖД, только первым и вторым словом, ну, слова могут начинаться на любую из этих четырех букв. И, ну, может там черный... И порядок любой может быть. Любой порядок, может быть НБ, там, какой-нибудь беззубый чеченец, там. А неолимпийские виды спорта имеются в виду те, которые неолимпийские на сегодняшний день. Не являются олимпийскими на сегодняшний день. Дмитрий, выбирай, пожалуйста. Это не только зимний вид спорта, но и фильм 1968 года, где Элвис Пресли сыграл гонщика. Правда, на автомобиле? Зимние гонки на мотоциклах. Это спидвей. Мясорубка, каре, десяток. Все это разновидности этой командной игры, популярной в сериалах. Например, в теории Большого взрыва физики победили геологов. Там любят пейнтбол играть. Самые престижные соревнования по этому виду проводятся в знаковых местах. У подножия египетских пирамид, на Трафальгарской площади в Лондоне, на Grand Central Station в Нью-Йорке. А сильнейшими игроками являются представители Индии и Пакистана. Недавно в Нью-Йорке метро опускали, да, этот куб ставили там, и в Египте тоже возле пирамид. Этим обычно занимаются хитрые нападающие в чужой штрафной площадке. Андрей? Так. Ну, они ныряют. А ныряние – это зачет, да, дайвинг, ныряние. Дайвинг как ныряние, так и переводится. В 2010 году эта модель была признана автомобилем года в Европе. Алексей? Гольф. Нет, гольф у нас олимпийский вид спорта с недавнего времени. А с того же года выпускается на заводе в Калуге. Андрей? Поло. Да, тот же Volkswagen, только модель другая. О, это хорошесть. Орнитологи признали эту птицу отряда. Дима? Тюбик. Нет. Отряда курообразных. Самой глупой в мире. Но ее яйца на прилавках магазинов. Андрей? Перепел. Это перепел. После официального введения в 1942 году ее в русском алфавите стало 33 буквы. Андрей? Что же вели-то? Ну, буква Ё. Да, она и в вопросе там есть. 248 выпуск его назывался «Тупой». Его название происходит от турецкого слова «Ералаш». Мешанина, да, это ералаш. Питер Форелли, снявший в 1994 фильм «Тупой и еще тупее», в 2018 стал режиссером этого оскароносного фильма. Все слышали, даже наверняка смотрели. Была зеленая книга. В качестве синонима глупости
Часто используется слово, указывающее на размер этой части тела человека, в латинском названии которой используется слово фронталис. Это лоб, узколобость имеется в виду. В 2009-м лидер этой группы признался, что для него лучшим их альбомом является Thick as a Brick, то есть тупой как пробка. Джет Ротал. По его температурной шкале вода закипает при 33 градусах. Андрей? Реамюр. Нет. Самая популярная пока версия, кстати. Почти в каждой игре ее озвучивают. Но на самом деле это шкала Ньютона. Ну да, реамюр такая тоже. В песне «33 коровы» поется о плодотворной молочной диете для поэтов такого возраста. 6 лет. Да, если им всего 6 лет. В 1992-м впервые в истории ралли «Дакар» финишировала не в столице Сенегала, а в этом городе, расположенном на 33-м градусе южной широты. Париж, Кейптаун. 33 человека застряли во время знаменитой аварии на шахте Сан-Хосе в 2010-м в этой стране. Дима. Чили. Это Чили, да. В мультфильме этот заглавный персонаж сначала спустился с елки по серпантину, позже этим же серпантином был пленен. Андрей? Это Щелкунчик. Это Щелкунчик. Кинопленка, которая под музыку оркестра Поля Мориа разматывалась в виде серпантина, являлась... Дима? Кинопанорама. Да, заставкой кинопанораме. Танец серпантин – один из самых знаменитых, поставленных Лои Фуллер. Лои исполняла танец совместно с этой знаменитостью, которой Луначарский предлагал открыть свою школу танцев в Москве. Алексей? Посидор Дункан. Да. В ноябре 1982 года советский спецназ участвовал в секретной операции «Серпантин», цель которой – уничтожение железнодорожного моста в провинции Намибе в этой стране. В 82-м СССР негласно помогал Анголе. Слово «серпантин» происходит от латинского «серпенти». Андрей? Змея. Это змея, да. Это мифический цветок карпатских поверий, а также название, Андрей? Червона Рута. Да, название самой популярной песни Софии Ротару. В дословном переводе с английского этот термин звучит как «красноглазый полет». Относится он к авиаперелету с вылетом поздним вечером и посадкой ранним утром. Андрей? Пускай Red Night. Нет. Дословный перевод с английского, имеется в виду какое-то русское слово. Это просто ночной рейс. Способ получения актуальной информации о противнике путем навязывания силового противостояния. Разведка боем. Это разведка боем, да.
И еще два вопроса. Эту должность в «Угнане» занял персонаж Михаила Кононова в одноименном фильме 66 года. Алексей? Начальник Чукотки. Да. Первую часть этого своего псевдонима французская модель и порноактриса выбрала в честь одноименного фильма Люка Бессона, а вторую из-за итальянского происхождения по матери в честь другой известной актрисы и модели. Пока пазл этот у нас никто не собрал. Это Никита. Блин! Похоже, не хватило, да, несколько секунд? Да, просто доля секунды, Никита. Ну что ж, два раунда отыграно. И еще один впереди. SEE — это такая же инициальная матрица, только из трех слов. А в расширении файлов какие-то компьютерные расширения, обычно из двух или из трех букв. Это и древнеегипетская богиня с коровьими ушами и рогами. Андрей? Нут. Как? Нут. Нут. Это неверно. И местное название камбоджийского или сиамского тикаля. Нам более известное по Таиланду. Дима. Бат. Это бат, да, тайская валюта была. Это и распространенное еврейское имя, часто являющееся сокращением от других имен, и аббревиатура той, что когда-то называлась как «Королевство и земли», представленные в Рейхсрате, а также земли венгерской короны святого Стефана. Три. Ну, получается, Ави. Да, вторая часть – это Австро-Венгерская империя. По-моему, Андрей первый взял. 12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о закрытии проекта своей криптовалюты, но двумя годами ранее в этом процессе приняли участие около сотни инвесторов, включая Романа Абрамовича, и было собрано 1,7 миллиарда долларов. ICO. Это доменное имя иногда используется для сайтов, связанных с медициной, хотя принадлежит европейской стране, названной по реке своей соседки. Это молдовский. Первая серийная она была разработана на Челябинском тракторном заводе имени Ленина и появилась в СССР в 1966 году. Вооружалась обычно громом, малюткой или ПКТ. Дима? БМП. Это БМП, боевая пехота. Разгоревшийся в 2000 году так называемый «кассетный скандал» был связан с обнародованием пленок, касающихся убийства журналиста Георгия Гангадзе, и фактически сорвал планы этого политического. Андрей? Кучма. Да, тебе как никому должно быть близко из этой тройки. По результатам расследования коррупционного скандала в итальянском футболе, этот нападающий в 1980-м был дисквалифицирован на 2 года, что, возможно, помогло ему. Дима? Паоло Росси. Паоло Росси. Выбор Уильяма Дефо на эту роль в фильме Мартина Скорсезе вызвал в конце 80-х скандал, так как актер к тому моменту был известен в основном ролями негодяев. Христос. Это Христос, да.
в основанном на рассказе Артура Конан Дойла. Белгравия. Ничего себе. Вот это да. Так у нас еще никто не брал. Причиной вспыхнувшего в 2005 году скандала стали карикатуры именно на него. Андрей. Пророк Мухаммед. Да. Интрига. Модель среднеразмерного седана этой в разных смыслах старейшей американской марки. Андрей. Американский, блин. Ну, Oldsmobile. Да, старейший. Oldsmobile. Я что думал, что английский. Да, в 2005-м, по-моему, прекратило существование. Художественный прием, часто используемый, например, производителями кино и сериалов, заключающийся в обрыве. Клиффхенгер. Эта интрига, казалось бы, была разрешена 1 декабря 1990 года, хотя это и противоречило изначальным планам Дэвида. Он заявляет, что и сегодня не знает ответа на этот вопрос. Появление третьего сезона 25 лет спустя. Алексей. Лору Палмер. Да. Дэвид Линч. Твин Пикс. В описании этой картины на сайте Третьяковской галереи написано, что зрителя интригует и сама героиня картины, и ее название. Андрей? Ну, пускай неизвестная. Неизвестная, это правильно, в отличие от незнакомки, которую давали. Запомните мой завет. Никогда не выдумывайте ни фабулы, ни интриг. Берите то, что дает сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших выдумок. Цитата принадлежит этому человеку, ушедшему из жизни в 1881 году в Санкт-Петербурге. Андрей? Так, ну в этом году Достоевский умер, точно. Это он и был. Судья Эрл Уоррен в период с 29 ноября 63 по 24 сентября 64 возглавлял Андрей. Убийство Кеннеди. Да, убийство Джона Кеннеди. Программу «Следствие вели» на телеканале НТВ. Ведет Леонид? Да. Так. Знаменский. Знаменский, это неверно. На Каневского, наверное, бился. Андрей? Томин. Да, он Томина играл. Уголовное дело номер 18-12-36-66, поставившее точку в обстоятельствах преступления, возбудили только в 1993-м. Однако впервые оно было предпринято еще колчаковским правительством после взятия Екатеринбурга. Дима. Убийство царской семьи? Да. В этой пьесе Раст Фандорин расследует обстоятельства пропажи старинного китайского веера с иероглифами. Алексей. Иньян. Да, Алексей становится всего вторым человеком, который знаком с творчеством. Я все читал у него про Фандорин. Расследование вероятного российского вмешательства в выборы президента США в 2016-м возглавлял именно этот специальный прокурор. Вот это пока никто не брал. Хотя в новостях мелькал часто Роберт Мюллер. Последняя тема. Супер Мистер, Мистер 4, Дасоем D450, Ураган Мираж 3. Перед вами полный модельный он, на голову разбивший десятикратно превышающие силы противника в событиях 1967-го. Алексей. Список истребителей Израиля. Да. Баллада о четырех Дедах Морозах. Быть некрасиво знаменитым. Женщины носят чулки и колготки.
Это все они, печатавшиеся в «Огоньке», «Юности» и «Октябре». Это все стихи Гребенина. Прототипом главного героя этого произведения стал тульский прокурор Мечников. Андрей? Смерть Ивана Ильича. Да, Толстой. Игорь Матвиенко заявил, что первого сгубили наркотики, пришедшего на смену второго – алкоголь. Дмитрий? Листы Иванушек Интернешнл. Да. В конце 15 века Толедо стал первой ею и пробыл в этом качестве чуть менее 70 лет. Андрей? Ну, пускай столица Испанской империи. Это верный ответ. Последний вопрос был разыгран. Всем спасибо за игру. Спасибо. Поздравляем Алексея Морозова. Ну, вы, наверное, больше всех пока набрали, если так брать суммарно. Дмитрий в некоторых играх даже с таким результатом был бы победителем. Напомню, что мы еще играем с вами 4 тура. Встретимся в следующих играх. Всем спасибо. А что дальше будет происходить?